В этой программе я пою только о том, что я пережил лично. И мне было очень сложно найти здесь какую-то сюжетную линию. Но потом я понял, что это как раз очень хорошо, потому что наша жизнь абсолютно непредсказуема. И наши все построения, и наша логика, они нарушаются с такой частотой, что сделать какой-то вот такой биографический материал практически невозможно. Но, наверное, этим он и замечателен, что он показывает какие-то очень разные направления. Я такой человек, меня бросает по жизни из одних историй в другие, и я стараюсь впитывать какой-то очень разный опыт.